Дом 4А в поселке Развилка повидал немало на своем веку. По человеческим меркам он уже пенсионер. Столь масштабного ремонта в нем не было никогда. В настоящий момент в работе находится 20 подъездов. Работы, которые осуществляются, это покраска, замена освещения, замена почтовых ящиков и прочее. В этом году очень сильные требования предъявляются ко входным группам. То есть все дома должны быть, которые имеют ступеньки, оборудованы пандусами, требования к освещенности. Важная составляющая ремонта этого года – замена оконных блоков. Это то, о чем просили жители подъездов, которые ремонтировались в 2017 году. Новые окна не только сделают подъезд светлее и красивее, уверены жители. Очень даже красиво будет. И тепло, конечно. А соседка Валентины Егоровны по дому Лидия Романовна сетует на то, что не уследили за ребятами, которые успели нашалить. Ребятишки взяли и какой-то краской белой, взяли и все перила испачкали. Пришлось по новой красить. И я капитальный ремонт сделала дома в квартире. А в соседнем доме вовсю красят стены и входную группу. Светлый цвет краски был выбран самими жителями. К слову, и в этом доме, и в других к их мнению прислушиваются. Если они видят недочеты в работе, подрядная организация их тут же исправляет. Общение с жителями – это основной фактор, так как у нас, собственно, сами понимаете, люди активные, и поэтому приходится взаимодействовать, выслушивать все их мнения, пожелания, ну и как бы удовлетворять в полном объеме. Равиль старательно выполняет свою работу, и пусть это не холст, а он не художник, маляр считает, что люди должны радоваться, глядя на результат его работы. А люди что говорят? Ну, спасибо, говорят. Это приятно слышать? Ну да, приятно. Запуская в прошлом году программу «Мой подъезд», власти старались донести до каждого жителя – участвовать в программе можно и нужно. Главное – объединить усилия соседей и всем подъездам заявить о себе. Сам инициатор программы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, призывал в Инстаграм – участвуйте в программе «Мой подъезд». Это самый простой способ провести ремонт в короткие сроки. В 2018 году запланировано отремонтировать 463 подъезда. Каждой работе будет дана оценка как специалистов, так и самих жителей. Татьяна Брылова, Владимир Бежунов, Сергей Ларин. Видное ТВ.